Амстердам знаменит не только легалайзом и кварталом красных фонарей. Здесь на самом деле проходит ежегодно. Проходит выставка видеооборудования под названием IBC, крупнейшая в Европе и совершенно незаслуженно уступающая пальму первенства кёльнской фотокине. Сегодня с ростом популярности стриминга, передачи видеосигналов, видеозаписи и вообще в тренд видео, в фотографии, она все больше становится актуальной даже среди фотографов. Именно здесь ежегодно можно отследить новые тренды, которые станут актуальными, кстати, уже очень скоро. Нет, я сам в Амстердаме не был, зато у нас был наш секретный специальный сотрудник, который ездил туда совсем не за тем, о чем вы подумали на самом деле, а работать, и привез оттуда массу свежих впечатлений. Причем о самых интересных я вам сегодня и расскажу. Только заранее прошу у вас прощения за не очень хорошее качество съемки, ну, естественно, не везде, а местами, которые, ну, вы позже сможете отметить лайками и подписками. Я знаю, что про камеры вы уже все видели, вам уже все рассказали, поэтому я просто подведу итоги о том, куда все идет. Все эти Red Ranger, Sony FX9, Panasonic S1H, Canon C502 повернуты в будущее и всеми ногами бегут от 4К к 8К. И если год назад на фотокине в прошлом году мы говорили только о планируемом переходе к 8К, я на самом деле этого не ожидал, сейчас он уже замаячил, причем уверенно замаячил на горизонте. Японцы открывают каналы с контентом 8К, пока в России активно отменяют аналоговые вещания. И если некоторые из этих новинок еще не пишут даже 6К, их мощность вполне позволяет его разрешить, ну, хотя бы частично и на выходе HDMI. Производители света явно двинулись от простых двуцветных источников к полноцветным RGB источникам. Понятно, что Arri Orbiter — это вообще с другой планеты, поскольку он использует не только красный, зеленый и синий цвета, но и циан с маджентой для повышения точности цвета. Ну и, кстати, более земные решения активно на них переходят. Apouture 300X — это двуцветный студийный моноблок, который поддерживает максимальную мощность при изменении температуры от 2700 до 6500 Кельвин. Ну а Apouture ALMC — это компактный, неубиваемый источник с диффузором, рядом опций мерцания, которые можно использовать в видеосъемке, беспроводной зарядкой, потому что это всепогодное, его можно в воду кидать на самом деле, и имеет беспроводное управление, и на самом деле полностью адаптивную структуру, и потому что компания даже собралась их продавать в специальных чемоданчиках блоками по 9 штук, потому что они позволяют пользоваться именно точечными источниками. И когда ты по кадру это все раскидываешь, ты можешь подсветить раздельно разные элементы своего кадра именно так, как тебе нужно. Все представленные на выставке объективы сделаны под киносъемку, но тем не менее интересны они и обычным видеографам, которые хотя бы документалки иногда снимают. Samyang таким образом обновил свою кинолинейку, выпустив ZNCF, то есть переделав кинообъективы через фейслифтинг, а именно добавив светящиеся цифры и карбоновые корпуса для снижения веса и повышения функциональности. Сделаны они, естественно, традиционно под байонет PL и EF. С другой стороны, Shirui совершенно неожиданно презентовал свою линейку оптики для фотокамер. Причем один из первых — это аноморфный полтинник 1.8, который на стенде представили вместе с компендиумом. Потому что, по всей видимости, блики сильно гасят контраст, что на самом деле характерно для всей китайской оптики. Но здесь надо сказать, что прогресс для строителя, для создателя премиум штативов здесь довольно существенный. Хотя по пути компания перепробовала, ну, практически все. Здесь были и стабилизаторы, и там качественная оптика для телефонов. То есть путь-то был такой сложный на самом деле, но она его прошла.
Моза заболела нашумевшим видео, которое обошло весь интернет, которое было снято полностью с помощью одного макрообъектива Venus Optics и сделала для него специальный девайс под названием Moza SlyPod. Это на самом деле электрический привод для монопода, который позволяет протаскивать этот объектив вперед через кадр Акислайдер, создавая на самом деле весьма интересный экспириенс. Естественно, такой футаж нельзя использовать постоянно, во избежание, естественно, поломки глаз, но такая съемка точно уместна. К примеру, в предметке. После успеха слайдеров Edelkrone, наверняка про такие слышали, китайские компании тоже начали делать похожие решения, в данном случае для телефонов и, возможно, небольших камер вроде экшн-камер. Вот такая вот моторизованная тележка с пультом управления, который у нее уже встроен, позволяет настраивать движение в зависимости от скорости и направления для обеспечения интересных проводок. Колеса поворачиваются очень удобно, и жалко, что электронную и оптическую стабилизацию другие китайские компании уже на самом деле начали использовать чуть раньше. К тому же есть определенные рывки при движении этой игрушки, но эта игрушка, в конце концов, она вообще стоит всего $70, так что многие возьмут ее себе на поиграть и все. Insta360, которая уже утвердилась в качестве лидера среди решений панорамного видео, год от года не хочет давать фору последователям и постоянно наращивает свои мощности и свой отрыв. Теперь ее портативные устройства стали еще меньше, ну а большие камеры, которые она тоже производит, и они уверенно снимают в 8К, что позволяет впоследствии вытянуть из них видео с полным погружением в хорошем разрешении. Лично мне кажется, что увлечение сферической съемкой постепенно уходит на второй план, но она все же уместна в нашей жизни, хотя и перспективы ее пока лично мне не ясны. В конце концов, ничто не мешает тебе прицепить такую вот камеру на собаку или кошку, чтобы потом уже по факту определять, что именно из этого футажа тебе нужно смонтировать нужным образом, зато с уникальной и специфичной точки. Традиционное для данной выставки огромное количество различных решений для удержания камеры, вроде качественных экзоскелетов, больших и маленьких кранов, автоматически работающих ригов или устройств слежения за объектом съемки, работающими практически без оператора, однако это, как правило, локальные европейские компании. Но их при этом все равно интересно смотреть, как они жужжат, как они крутятся, как они танцуют, чего стоит все тот же Bolt, который практически на каждую выставку привозит разные, даже не устройства, а разные перформансы со своими программируемыми манипуляторами, которые танцуют под разную, опять же, битовую музыку. Кусочек приятного на патриотические темы. На выставке был целый стенд с надписью «Made in Russia», на котором были чисто российские решения. Как бы ни было модно сейчас говорить, что в России все плохо, наши люди всегда славились не только железными нервами, но и хорошими мозгами и своими кулибинами. В основном, конечно, это программные решения, поскольку наши программисты сегодня одни из лучших в мире. Я горжусь ими на самом деле. Но есть надежда, что и железо когда-нибудь двинется вперед. В заключение скажу, что многие из этих решений вскоре уже появятся на рынке. В том числе и нашем рынке, кстати, и вы сможете к ним прикоснуться, правда, наверное, через наши длинные ручки, поэтому следите за эфиром и ни в коем случае не рекомендуйте своей бабушке наш канал. Пусть живет безмятежно.